Давно доказано, что счет овец не помогает быстрее заснуть. Также ученые подтверждают, что это нудное занятие скорее раздражает, чем успокаивает. Мобильник в помощь, я подготовил рейтинг из 5 приложений, которые помогут провалиться в сон. Дорогой, я не могу уснуть. Номер 5. Программа, которая поможет быстрее заснуть пугливому ребенку. Детектор монстров и призраков. Мы ищем что-то ужасное в комнате. Сейчас попробуем найти. Угу, мы нашли какого-то ужастика, и нам нужно его уничтожить. Все, ребенок может спокойно спать. 4 место для тех, кто любит читать книги перед сном с экрана. Практически у всех смартфонов подсветка дисплеев отливает синим. Включи такой ночью, и твой мозг будет думать, что на дворе не ночь, а день. На айфоне эта функция находится в разделе «Свет» и «Настройки экрана». Здесь есть внизу кнопочка «Night Shift». Мы смело можем заметить, что экран становится с теплыми оттенками, от этого глаза не будут напрягаться. А для владельцев Android-устройств существует приложение с фильтрами для экранов. Вот они. На 3-м месте программа «Медитопия». Засыпаем после медитации или сказки. Представь себе место, где ты чувствуешь себя наиболее комфортно. Кстати, то, что мы слышим на фоне, можно заменить, нажав одну кнопку буквально, например, «Шум волн». 2-е место. Еще один способ расслабиться. Будем учиться правильно дышать. Слушайте, я запустил приложение, тут уже музыка благоволит только поспать, и ничего больше. Я сейчас задохнусь. И на 1-м месте самый настоящий сомнолог в мобильном устройстве. Это приложение называется Sleep Cycle. Как только мы в него заходим, мы выбираем время, в которое ложимся спать. Помимо умного будильника, здесь есть вкладка с графиком и анализом сна. Также можно проследить, сколько вы спите и насколько беспокойно вы это делаете. Настроение после сна – это такая вещь, где, когда мы просыпаемся, можем отметить кнопочкой, какое у нас сегодня настроение. Но эта штука – самая прикольная, режим, который фиксирует храп. Доброй ночи, надеюсь, этот топ оказался полезным. Пока.